Маншук Молдажанова воспитывалась в русскоязычном садике, ходила в казахскую школу и окончила факультет иностранных языков, чем не претендент на победу в конкурсе «Полиглот». В столице молодая девушка защищала честь Актюбинского отдела культуры и выступала на одной сцене с представителями канцелярии президента и различных министерств. Она без особых усилий ответила на вопросы о традициях и обычаях казахского народа, на трех языках рассказала о становлении независимого Казахстана, а к третьему туру выучила наизусть различные скороговорки. Самый сложный для меня был второй тур. То есть мы должны были на русском языке, на государственном и на английском языке рассказать историю Казахстана, ханов, биев и современный Казахстан. Почему был самый трудный? Потому что мы не знали, какой именно вопрос тебе поступит. То есть нужна была такая огромная подготовка. Если я легко владею казахским и русским, то есть английский, сейчас то, что в быту и на практике, у меня нет практические практики, я очень сильно переживала. Но я думаю, что к моему счастью, к моей удаче, мне поступил вопрос национальный инструмент кобыз. Традиционный республиканский смотр Тель-Шибери-2016 проводится в Казахстане на протяжении нескольких лет. В этом году он проходил в Астане 15-16 сентября. Всего свои способности продемонстрировали 30 молодых госслужащих. Первое место завоевал специалист столичного Минздрава, второе – канцелярии президента, третье досталось представителю управления здравоохранения ВКО. Айсулу Махмутова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».